Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию. Sid Meier's Civilization 6. Карта Архипелаги на восьмерых. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И приятного вам всем продолжения просмотра. Варварское нашествие у этого лагеря. Реальное варварское нашествие. Ага, два хода, не достроился лук. Так, ну, здесь мы, значит, делаем так и так. Тут мы отходим. Тут еще деньги, плюс два. Ну, следующим ходом, по идее... Можно будет кого? Темный век. Монументальность, конечно же. Или плюс два. Мне еще религию основать надо будет. Районы-то я точно построю. Так, поехали исследовать территорию. Что хорошо, единственное, что вроде как соседей у меня тут нету. Наверное. Так, астрологию открываю. Уже барщину надо было ставить. Потому что... Ой, блин. Ну, кстати, это нормально. Я сначала зайду, отремонтирую, а потом уже вырублю тут. Получается, так сделаем. Так, это я ошибся. Надо было этим атаковать дуболома. Ну, а с другой стороны, давайте лучника, наверное, сделаем. Или лучше полечимся. Не, полечимся, нам деньги нужны. Так, а вот теперь идем... Черепаху обрабатывать. Ну, сложно. Я вам хочу сказать. Ну, иди куда-нибудь. Амбар, водяная мельница. Ну, галера без карточки. Как тут твое плохое место? Ладно, давайте воина. Смотри, я еще в ближайшие 15 ходов буду сидеть с одним городом. Печально. Ну, это какая-то фигня, а не игра, честно говоря. Пострадать. Наверное, это будет связаться. Остров там тоже не очень хороший. Нет, ну я не скажу, что он не очень хороший. Ну, как бы так. А, ты так близко? Да, да. Просто вокруг меня еще 4 лагеря варваров. Так, покупаем стоят, морские юниты. Строителя. В каких-то количествах. Я... Строю. Так, что с астрал... со священным местом? Плюс 3, да? Есть плюс 4, кстати. Две штуки. Ну, я бы, наверное, на плюс 4 ставил сюда причем. А вот этот слева, это твой остров? А слева? Куда ты приплыл? Нет, откуда так, ты но тут мы строим торговца, да, наверное. Моя территория. Ну, то есть ты весь этот остров будешь занимать, да? Да, потому что, ну, как бы, мне больше некуда. Ну, не меняй его тут ничего. А, навигацию по звездам. А ты его весь исследовал? Хорошее просто место, хотел... мне нравится. Это даже поставить. Не остров, это часть острова, то есть это что-то вроде же большого континента. Но вот конкретно этот берег, он мой тут.
все, вижу твои границы. Ну, чё, хреново. Чё я могу сказать? Так, тут не пройти пока. Вообще, у нас там еще способность наша в этой купальне, что если в наших границах есть геотермальный источник, то там еще плюс к счастью. Но мне выгоднее тут ставить город. Так, вообще пропущу, пускай прачник сюда внутрь войдет. Возвращаемся. Воин, так, обрабатываем. Это один только пока морской ресурс, да, обработан. Ну, гавани придется отложить, видимо. Ну, еще строители, я не знаю, я пока не могу тут ничего другого делать. Аванпост варваров пока не захватывается мной. Ну, Будда, кстати, неплохо растет, правда, сейчас у нас тут нехватка жилья. У нас 4 юнитов, 5, 6, 7. Еще один. Ух ты, блин. Уже галера. Мне вообще, конечно, галеры бы построить. Блин, что-то я боюсь пока отправлять караван. Может мне подставить этого рабочего, чтобы его... Прачник забрал. Блин, но я его не смогу отбить обратно. За один ход. То есть мне надо убить прачника, а потом забрать. Ладно, давайте так сделаем. Попробуем сейчас убить дуболома. Ну, нужны дороги в любом случае. Ну, тут у нас еще город куда-то влазит. Ну, тут, видите, без реки, поэтому... А, хрен, никуда не влазит, там только... Ладно, давайте еще одного разведчика тогда, как ни странно, опять же. Очень долго, если кто-то рашит Артемиду, то явно он ее построит. Мне придется подождать ход, короче. Да уж, у тебя тут сурово, нубе. Ой. Ну, да. Да, блин, еще там прачник. В Буде. Блин, ну надо уже как-то Артемиду... Я не могу начать Артемиду, пока у меня разграблен этот лагерь, понимаете? Я очень еще торможу со священ... Так, ладно, давайте мы еще строителя делать сразу. Молодец. Фак, тут одна теология. Ну, класс. Я ее должен был ускорить. Не, ну пока оставлю как есть. Очень, очень все как-то... Блин, стоп. Навигацию, да. По звездам. Давайте каменную кладку открою. Что? Ну, мне надо деньги открыть, кстати.
Тогда, по идее, он не должен мне прачника убить. Что он там слишком раненый теперь. Так, стоим, лечимся. Добиваем. О, класс, никого. Кажется, что тут может кто-то быть, кстати. Здорово, здорово. Залив. А может и не быть. Черепах разграбили, наемников ускорил. Да блин, на морской карте на 37-м ходу уже ускорил наемников. Так много мне армии нужно. Давайте, наверное, орошение. Потом деньги. В верховую езду пойду. Все мрачно как-то. Но мне эти лагеря надо забирать. Что этот, что тот. Это уже плюс будет по очкам эпохи. Блин. Ну надо убивать, тут сейчас будет спамиться. Здорово. Одну монетку. Так, ремонтируем. Могу бы там давать. И иду в этот лагерь. И вроде не должно никого появляться там. Атаковано. Технология орошения открыта. Там плавают галеры, мне бы галер построить. Я открыл эту карточку. Да. Ну вот, кстати, после теологии я, наверное, должен за 4 хода разобраться тут с варварами. Можно поставить на плюс 100% и построить галеры в Диере и в Печи. Блин, тут надо вообще-то решить со священным местом, что надо будет вырубать на самом деле. Понимаете, здесь вот это хорошее, но это скорее всего для другого какого-то города. Но правда здесь тоже плюс 4, вот наверное для этого города здесь плюс 4 и соседство с гаванью. Бля, вы видите, что происходит? Ну это какой-то вообще ужас. Извините, что... Ругать. Ну, кайф, еще и появилось. Еще и лучник там появился. Меня убил. Мрак. Мне, короче, вот так надо отступать, чтобы он не убил мне прачника. Просто залило именно те клетки, где стояли юниты у меня. Просто трындец. Ну, хоть этот лагерь, видимо, минус. Так, тут полечимся. Пойдем. Апельсинки обработаем. И лошадей. Достаточно жилья в печи. Очень тяжело. Блин. Просто очень тяжело. Так, ход пропускаем здесь. Я сейчас вырублю лес и начну Артемид. Ну, мне теперь надо, чтобы вот эти механи разграбили, понимаете? А сейчас пойдут варвары отсюда появляться, грабить меха. Ну, это ж бред. Нормально вообще, ну...
Ну, прикол в том, что мне придется отдать этого прачечника, потому что иначе он... ну, в любом случае, куда бы я ни отходил, он может у него выстрелить и убить, поэтому нету смысла просто отходить, вот и все. Бля, еще и дуболома отдаю. Но это надо разгонять, это просто... Без шансов. Иначе будет бессмертный, охренеть. Так, знаете, пойду сюда, наверное, лошадей обработаю. Я надеюсь, того скаута Наска убьет. Блин, мне надо было тут ставить... Священное место, блин. Хотя он плюс 4. А давайте я тут на плюс 4 поставлю. На пророка вообще никто священное место не поставил. Только два человека камбус. Вообще районы не ставят никто, ужас. Короче, у всех не очень, очевидно. Так, у меня минус 2 юнита. Кстати, а что промышленные от лисиц дает? Монополия, там, промышленное это. От мехов, точнее, меха. Плюс 30 гражданских юнитов. Это, кстати, интересно. Наверное, давайте в Буде. А, слушайте, я тогда Артемиду не смогу ставить. По-моему, я не смогу. Это не будет считаться, что... Здравствуй, Венгрия. Ну, зачем ты называешь? Ну вот. Ну вот. Всех убрал. Кто на этой Венгрии? Который раз эта скрытность не работает. Ну, пропускаю ход, не покупаю клетку пока. Может, она тут сама выкупится? Не, ну, почему-то та хочет. Потому что я на производство поставил. А если так? Вот это выкупается. Блин, а почему не лошади? А, потому что это в третьем радиусе. А не во втором. Так, а в Дьере? Два хода лошади вот эти. Ладно, давайте дождемся, собственно, этих лошадей. Да, блин, идут бессмертные. Нет... Блин, я его сюда пропущу, это будет очень больно. Да fucking shit, да что так тяжело-то, я не понимаю. Вадим, здорово. Привет, Лёш. Ну-ка. Ну, я ничьей лояльности не вижу. А ты тут высадился, приплыл откуда-то, или это ты пришел? Мы вместе тут, на одном. Понятно. Ну, ты далеко, наверное, отсюда. Да, далеко. Тут очень длинный узкий проход, и там дальше я. Блин, я не могу... Я не соображаю пока ни хрена. Точнее, я соображаю, что у меня тут жопа. О, он обстреливает. Ну ладно, это пока меня устраивает тогда.
Мне нужны мечники. Кстати, и всадники тоже нужны. Железо только тут получается у меня, да? Давайте поменяем местами, чтобы тут сильнее город стал. Так, ну я сюда город реально хочу ставить, но тут, видите, реки нету. По холмам, наверное, все-таки по тропическим лесам. Как-то у меня тут холмов маловато. Давайте ацтеку дружбу предложим. О, а куда лучник делся? Прикол. Не хочу я здесь эти шахты ставить. А вот лошадок можно попробовать. Я вылетел, видимо. Ты точно вылетел. Прям 100%. Знаете, ну давайте в политическую философию ни одной ГГшки не встретил. Давайте я, наверное, поставлю на... Блин, а тут два хода. Мне бы на поселенцев поставить с одной стороны, а с другой стороны, может все-таки дождаться следующей эпохи Золотого века и просто за веру покупать. Я думаю, что у меня тут нормально будет. Поэтому оставим, наверное, на чудеса, надо успеть. Я бы здесь поставил плюс 100% на морские юниты. И в печи и в дере, собственно, их построил. То есть, галет, тут два хода будет, а тут 6. Ну, ладно, подождем пока. Возможно, не здесь я буду строить. Ну тут выглядит, что тут еще есть какая-то территория у меня заселять. Города на реках стоят. Но у меня вот в печи только тут два можно будет поставить района. Но, как минимум, например, вот здесь акведук, да, предположим. Я тут уже могу вырубать тропические леса, потому что я здесь священное место поставил. Тут бы их не вырубать, да. Что у меня с кампусами? Плюс 2. Ты зашел, да? Двери. Ага. Есть плюс 3. Ну, непонятно пока, куда я хочу, сюда или сюда. Это может, там для второго города. А в Буде как? Есть тоже плюс 3. Ну... В Буде, кстати, я бы сюда поставил. Ты же знаешь, что ты можешь отжать, да, ход? Не хочу тут уже город точно ставить, да? В Буде я не буду делать гавань, у меня тут будет чисто коммерческий район. Опять разлив, ну хоть этого немножко подубило. Да, блин, дайте в этот лагерь забрать, твари. Так, надо отремонтировать кукурузу. Ну, я не знаю, я бы, наверное, в Буде все-таки ставил священное место вот здесь. И тут будет священное место. Так что давайте, сколько тут зарядов у него? 3. Давайте, наверное, сюда поведу. Вырубить лес и сразу священочку поставить. Так, тут мы обрабатываем. Угу.
Ну, вот я тут город поставлю, это от ацтека нормальная защита будет. И проплыв тут из одного моря в другой будет. Блин, не знаю, что мне с этой тисой делать, долбаный. А, ничего, говорил, ни одного наску я нашел, город-государство. Так, отлично. Как этот лагерь забрать? Ну, надо, наверное, делать еще одного лучника хотя бы. Ну, вообще, все это очень неприятно. Так, я один ход тут подожду и начну священку ставить. Здесь пойдем апельсинки обработаем. Кстати, на... Что у меня упало? Упало что-то. Неплохо на морской карте иметь столицу не морскую, потому что, ну, тупо нападать на человека с не морской столицей, потому что все остальное будет по лояльности отваливаться. Просто запохватывают города, они отваливаются. То есть надо сразу с сухопутными войсками идти, получается. Так, ну сколько тут галера строится? 4 хода. Построим, ладно. Так, нужны кампуса и священные места, потому что я, видите... Хочу расселяться все-таки, когда в следующей эпохе, чисто за веру. То есть сначала даже священные места. Религия. Вон Рим уже на религию. Блин, он, скорее всего, трудовую дисциплину возьмет. Что, проекты почитать? Блин, а ты-то откуда идешь вообще? Блин, как они меня достали? Ну это какой-то вообще мрак. С этими варварами это просто мрак. Я не хочу. Не буду. И этот сюда прется, смотрите. Он еще 10 силы у меня отбирает, понимаете? Ладно, давайте пока так встану. Не буду апать. Все равно не может пострелять лучник оттуда. И все сюда прям прутся, вот по пищом лезут. Это просто трындец какой-то. Так, пошли черепашку пообрабатываем. Ну, тут лояльность ацтека. Рим я вообще не вижу. Адмирал, а ты далеко отсюда? Ну, порядочно. Я чисто для союза, если караваны дотянутся. Ну, да, к одному городу точно дотянутся. У него 3 очка великих. Он что, 3 поставил этих? А кто-то уже взял, что ли? Подожди, почему 30 очков? Вроде 20 всегда было. Нет. Так. Ну, мне еще 13 ходов до следующей эпохи. Уже практически в золотом веке. Так что будем в героическом. Это не проблема.
свой город на 47-м ходу. Кайф. Не, ну это охренеть. Я не хочу его обстреливать, потому что он убьет мне этого лучника. Друг, сделка. Это мрак. Просто, просто игра не дает захватить лагерь. Ладно, я так пойду. И тут встану. Так, здесь проект читаем. 5 ходов молитвы. У него 4, но он быстрее получит пророка. Тем не менее, мне тоже надо проекты читать. Что у него интересно за пантеон? Ну, я тут встану, чтобы не появились эти варвары. Идут, кстати, место под пантеон. Почему у меня разливается река еще раз? Она уже пятый раз разлилась. Пятый долбанный раз. И мы играем на двойке. Это вообще нормально? Блин, может тут не делать ничего уже? Потратим заряд только. Вау. Тут Индия внезапно очень близко. Нет, слушайте, я хочу пойти вырубить этот лес. Ну, через ход он получит пророка. Я буду надеяться, может, он на корме мир возьмет. Ну, тут типа улучшаются клетки, как бы, я ничего не хочу сказать. Тоже неплохо. Только железо. Короче, навигацию по звездам. Тут я отложу просто. Тогда производство. Я здесь начну гавань строить. Еще раз. Или это оно уходит? Я не понимаю. Выглядит, как будто еще раз разлив произошел. Что вот это, блин? Какого хрена? Две штуки этого Тао долбанного. Давайте мне еще разлив реки тут устроите. Так, ну, похоже, надо сюда город ставить. И, в общем-то, с этой стороны все, видимо. Тут явно места не будет. Ладно, пошли. Сделаем. Тут у нас лян, значит, в печь надо будет сажать, чтобы быстрее рабочие создавались. Так, тут производство. Давайте гавань.
Так, ну вот почему бессмертный не убивает скаута ацтека, например? М? Так, это можно убирать. Два влияния. Соседство священного места, несомненно. Это пока не хочу ничего. Так, два торговых путей. Ну и может создание строителей тогда. Или поставить плюс 5. Давайте плюс 5 против варваров, не могу. Это просто мрак какой-то. Тут все-таки еще для одного города, видимо, будет место. И драму, и поэзию. Не, ну фига мне драма и поэзия. Исторические хроники тоже пока не нужны. Блин, Колизей. Давайте игры развлечения попробуем. Оракул. Еще 9 ходов. Так, ну мне надо попробовать Колизей построить. Блин, он просто, смотрите, как наносит то, какой урон. Ну как это играть? Юнит. Это дуболом, понимаете? Дуболом. Блин, он наносит такой урон. Фераксис, что вы здесь делали? Как вы игру, блин, балансируете, уроды? Так, Малиналька. Слушайте, тут еще место для города. Меня это радует. Пошли, наверное, соль еще обработаем. Слушайте. Знаете, в чем проблема? Ну, короче, мне здесь надо делать на мехах. Производство, потому что я тут, а тут тогда на соли надо будет производство делать, вот в чем дело. Так сделаем и так. Только в одном городе может быть промышленное производство. Ну, в смысле, в одном городе одно промышленное производство только может быть. Понимаешь, Рим откуда-то оттуда приплыл или оттуда. Хотя надо вот это еще исследовать, я так думаю. Ну что, сделаем Наску союзником или... Нет, давайте потерпим. Храмов у нас нету пока. Центр... Не хочу центр... Ах, у меня 7 жителей. Кампус влезет тогда, да? Так, есть пророк. Основываем религию. Даже не хочу сказать, что там взял. Ну, католицизм. Нет, протестантизм. Католицизм где? А, Рим католицизм взял. Ладно, тогда протестантизм. Он взял трудовую дисциплину. Тогда мы берем накорми мир. Внимание, основываю протестантизм. Пожалуйста. Не принимайте протестантизм. Блин, и мы его не убиваем все еще. Представляете? Слушай, может он рабочего захватит? Привет. Это мрак какой-то. Но я хочу захватить этот лагерь. Дайте мне захватить. Почему появляются юниты, которые просто невозможно убить даже? Никакой армии в принципе нереально. Можешь помочь?
какого хера это вообще происходит? Ну, давайте судостроение, наверное. Я даже не знаю, где он находится. Блин, а там строительство надо. Где-то меня встретил. То есть зрен Феса, и Фес нашел мою лодку. Вообще очень неприятно играть, вот честно. Просто юнит какие-то убер-монстры какие-то. О, и скаут еще внутрь зашел. Но я его не убиваю. Фу, хоть этот сдох, тварь. Твари, сдохните, умрите. Двадцать процентов роста и плюс 3 жилья. Неплохо. Привет, пан. Привет. А, тут, видимо, объединено все-таки с ацтеком. С этой стороны. Я думал, тут просто полуостров такой будет. Так, давайте, наверное, из печи отправлю в Буду караван. Альфа, тебе тоже привет, кстати. Привет. Вот тут плюс 2 кампус. Так, ладно, давайте, наверное, гавань. Значит, кампус. Да, забил на расселение, но зато у меня будет столько веры, что я вот эти... Гора, значит, у нас еще город сверху ставится. Монтесума, предложение. Тут надо еще решить. Кстати, тут озеро, которое не считается озером, это внутренний... Внутреннего, видимо, вот сюда надо. Или не, на гипс. Иначе у нас выплава не будет. Да ё-моё. Повтори, пожалуйста, сбилось. Я в конце хода открывал и не успел. Сюда давайте. Давайте-ка поплывем. Вот эту мне надо исследовать место. Но он же захватит рабочего, сюда встану. Так, строительство сейчас будет открыто. Давайте драму и поэзию пока временно. Привет. Лечимся. Стоим. О, друг. А привет, давайте друг. Этот привет. Центр коммерции. А, блин, у меня не хватит тогда жителей. Мне нужен... Мандасума? Я следующим ходом могу развлекательный центр ставить. Наверное, кстати, здесь поставлю. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!